Всем приветики, дорогие друзья! Мы с Настюшкой вышли на улицу и подошли. У нас здесь возле дома небольшое озеро такое есть. И увидели там одну уточку единственную. Я взяла хлеба, тут печенье понабирала. Настюшка сидит тоже. Короче, ждем, чтобы уточка к нам пришла, а она что-то боится. Сейчас буду кидать ей. Пуля. Настюшка, уточка нас боится, да? Ты ешь? Ты кушаешь? Уточки не будешь давать? Мы уже всей семьей дома. Сережка тоже пришел. Мы все попили чайку, кофейку, бутербродики. О, Настюшка сидит, играется. Настюшка, скажи всем привет! Я Настюшу одела потеплее, потому что у нас в квартире так холодно. Я ей одела и колготки, штанишки теплые, носки, кофточку наверх такую потеплее, кофточку. Да, зайчик. Зайчик тоже оделся. И, видишь, шапочку одел и кофточку одел. Вот у нее сейчас две любимые игрушки. Это зайчик и котик. Это вообще все. Это не отнять. Настюшка. А Сережка решил, ты английский, да, будешь заниматься? Вспомни, что это такое. У него со среды начинаются курсы английского языка. И поэтому Сережка решил за 2 или 3 дня вспомнить все, как говорится. Да, Настюшка? Сейчас пойдем кушать. А я, кстати, Настюша... решила запечь дачное яблочко, почистила его от кожуры и поставила в духовку. Вот, немножко там сливочного масла добавила, чуть-чуть сахарку. Ну, хочу, чтобы немножко подзапеклось, и мы с ней поедим вместе. Это вообще у нас ЧП. У нас потекла ванная. Я сейчас все достаю, потому что это жесть. У нас это было на выходных, но Сережа там что-то смотрел, вроде сделал. А сейчас опять. Поэтому я сейчас все достаю. Короче, неужели у нас потекла ванная? Сейчас все порошки. Все достану. И надо, чтобы Сережка опять посмотрел. Потому что еще вдруг соседей зальем. У нас была такая ситуация. У нас сверху соседи нас залили немного. И у нас после этого там вон в углах такие как трещины, разводы пошли. Но мы как бы не стали ничего предъявлять, потому что у нас как бы плитки сейчас здесь нету, ничего. То есть мы сделали жесть. Все в воде. Все в воде. Не знаю, увидите вы или нет. Все, Сереж, я все освободила, так что ты обязательно иди посмотри, блин, все порошки, все бутылки. Сейчас я все составлю. Короче, скорее всего, в ближайшее время надо будет приобретать ванную. Яблоко супер. Ну что? Настя с Сережкой разбираются. Надо разобраться обязательно, потому что если ванна течет, надо в ближайшее время покупать. Потому что ее уже, мне кажется, нет смысла вклеивать. Поэтому... Я надеюсь, следующее видео будет покупка и выбор ванной комнаты. Мячики! Мячики! А нет, не получилось. Думал, он будет отскакивать, да? Настенька, давай вот так будет мама, смотри, как мама будет делать.
Ты это заснял, Сергей? Нет? Не успел заснять? Это вообще, вы видели? Мячики. Настюшка. Все, мы с Настюшкой сели кушать яблочко. Кстати, так вкусно получилось. Я себе тоже положила немножко. Настюшка, как тебе? Нравится? По чуть-чуть, да? Очень вкусно. Кстати, можно было вместо сахара медом полить, но я что-то подумала, что мед аллерген, поэтому не знаю, Насте можно еще, скорее всего, еще нельзя давать. Так, куда тарелочку? Бери с вилочкой аккуратненько, по чуть-чуть. На, держи. Ротик, кушай. Молодец, вкусненько. Все, так что будем кушать, дорогие друзья. Я еще хочу попить кофейку потом. Да? Вкусненько? Так что все, дорогие друзья, увидимся с вами завтра. Завтра приедет в гости тетя Света, сказала. И всем пока-пока! Пока-пока!